Вита Скалетта? Да. Что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Что за черт? Нет, нет, черт! Все в порядке, бэби? Бару Фредди. Это Джо. Генри там? Привет, Джо. Нет, Генри нет. Мать! Но ты нужен Луке. Секундочку. Барбару, ты вообще где? Я дома. Слушай, Вита взяли. Я потому и... Уже? Все. Закрой рот и слушай. Помнишь, что дело с талонами, которыми Вито занимался? Нам только что сказали, кто-то раскололся. Кто это был? Типчик один работает на заправке в твоем районе. Я его убью. Не убьешь. Просто как следует проучишь, чтобы знал, кому перешел дорогу. Останется без ног и хрен с ним, но не убивать. И так проблем хватает. Ясно? Ну да, ясно. Смотри у меня, потом заходи в бар. Черт! Мать вашу! Куда я штаны задевал? Я тебя вчера слышала с той шлюхой. Надо бы полицию вызвать. Ревнуешь, бабка? В твоих мечтах! Скорее, в моих кошмарах. Да что с людьми такое творится? Вот ты где, поганец. Заправить? Поговорим? Что, нравится? А, черт! Давай сюда, козявка!
Убью малявку. Нежный какой, уж и побить нельзя. Попробуем еще раз. Это не я, клянусь, ассистент. Пожалуйста, это не я. Я ничего никому не говорил. Богом клянусь. Это Стэн. Это он талоны покупал, клянусь. Эту отмазку я уже слышал. Я не вру. Это Стэн копом донес. Не я, честное слово, клянусь. Ладно, допустим, я поверю. А сейчас этот Стэн? Он только что сменился и пошел сразу на станцию. Там на Бирклинд идет поезд 5 и не вернется до самого суда. Рассказать, что будет, если ты наврал? Эй, Стэн, ты куда? Черт! Ну всего на пару слов. Все, ты меня достал. Ну, прямо циркач. Убью его, сволочь. Осторожнее! Смотри, куда прешь! А теперь слушай внимательно, Стэн. Сегодня уедешь из города. И никогда не вернешься. Ладно, но это ничего не изменит. Это еще что значит, черт возьми?
Ничего. Осталось 9 здоровых пальцев. Сейчас будет 8. Есть еще один. Он знает очень много. Не только про ограбление УРЦ. Прокурор сказал, он всех утопит. Прокурор не шутит. Он всю вашу шарашку пересажает. Кто этот тип? Не знаю. Не знаю. Я слышал его. Его где-то охраняют копы. Видно, я не настолько важен. Ты не важен, запомни. Вставай давай, а то опоздаешь на поезд. Это Джо. Позови Луку. Сейчас. Подождите минуточку. Это Барбара. Джо, все готово? Да, но есть еще кто-то. Что это значит? Заправщик сказал, у прокурора есть еще свидетель. Кто-то, кто утопит всю организацию. Чертов Мазио, я знал. А это еще кто? Ричи Мазио. Его взяли в прошлом месяце. Тупой как пробка, но всех нас похоронит. Черт. Ладно, слушай. Найди, где его держат. Как хочешь, так ищи, но найди. И сделай так, чтобы он заснул вечным сном. Понял? Да, понял. А от Вита что-нибудь слышно? Твое дело, Мазио. Вита займемся мы. В чем дело? Тебе кто-то с утра в тарелку нагадил? Да, капитан, когда поставил меня нянькой. Хочешь, пожалуйся прокурору. Главные свидетели всегда в дефиците. Да и вообще играть в карты всю ночь не самое плохое. Да я просто говорю, делать мне больше нечего, сторожить поющего бандита. Можно подумать, мне интересно. Эй, знаешь что, может быть тебе повезет и появится вагон бандитов. Да уж, умеешь ты подбодрить. Ты в курсе? Не стоит благодарности.
Черт! Вот, я тебе кофе принес. Спасибо. Я сейчас яйца отморожу. Говорил я тебе, оденься потеплее. Да на мне то же самое надето, что и на тебе. Только вот я стою тут и мерзну, а канарейка там сидит, в тепле. Боже, благослови уголовную юстицию. Слушай, ты уже ходил в новую забегаловку за углом от участка? Нет, а ты? Мы с Амелли вчера вечером пропустили, папай. Ты же вчера вечером дежурил. Да. Ну что, опять сухой закон? И вообще, грех иметь жетон и не пользоваться. Тут ты прав на все 100. Ладно, пойду-ка проверю, пока. Да, кстати, ты мне 20-ку должен, а у тебя с собой? Нет. Потерпи до бабушки. Да ты в прошлый раз то же самое говорил. Ну, на той неделе я бы отдал, а ты был в отпуске. Я был в отпуске, а ты опять мои бабки потратил. Спорим, на ростовщиков тоже подействует. Ну, слушай, я не нарочно. Я был с этой девкой. Ага, за мои 20 кровных залез к бабе в штаны. Да если бы. Она у меня эксперла, стерва. Веришь? Ну, ты прямо супер. Она, ну, понимаешь, она меня... Еще тут торчать. А ты как думаешь, его в суд не вызовут? Кстати, о птичке. А чего с ним генералы не будут? Скорее не узнает. Тебе что, еще в полиции? Скорее еще в тупице. Я знаю, что еще, Гарри. Быть мужем девки, которая трахает еще в тупице. Да. Ощущение, как будто пограет каньон. А каньон еще и жесткий. Если урод уйдет, я в заднице! Давай, помойка, разгоняйся!
Ой, ой, ой! Аллилуйя, твою мать! А, блин, нет! О, я так больше не буду! Нравится, крыса? Ну давай, урод! Нравится крыса? Теперь можно и к Фредди. Ты хочешь поспорить с боссом? Да. То-то же. Сиди смирно и ногу залечивай. Ладно, до встречи. Ну? Готово. Хорошо, молодец. А что там Вита? У него лучший адвокат в городе. Скоро будет. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других моих художествах. Не просто хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. 3 месяца спустя огласили приговор. Виторио Антонио Скалетта за преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Черт! Черт! Что за черт? Вы же сказали, не посадят. Во-первых, ты на кого голос повысил? Во-вторых, об этом завтра, не сейчас. Иди домой, остынь, а утром вернешься. Понял?
Да, как скажешь. Вот же тупой. А, кого еще несет? Да. Джо, слушай в ней. Генри, ты уже слышал про Вита? Этот ублюдок сказал, что все навози, что он все устроит, а оказалось... Джо, ты слушай меня! Насчет Вита мне очень жаль, я ничего не мог поделать. Но ты попал в черный список Луки. Это еще что значит? Это значит, что тебя убьют. Вот что это значит, Джо. Видимо, ты его очень рассердил. Думаю, у тебя минут 5, пока за тобой не пришли. Да, пусть идут. Мне-то какое дело? И что ты будешь делать, крутой? Убьешь их? И как ты думаешь, что будет на следующий день? Вариантов у тебя 2. Свалить из города или остаться и умереть. И Джо, за ту историю на спиртзаводе. Теперь мы квиты. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы — все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Проблем, гаденыш? Я... Простите, я не могу. Говорить по-английски? Сейчас, я тебя научу. Тебе что нравится, придурок? Быстро встал и вернулся в жилье. Нет. Эй, ты, умник, не заставляй меня повторять. Шеренгу. Двигай! Стоять на месте, направо, на другое право. Слушайте, кретины, я капитан Терренс Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды! Я ваш хозяин! Делайте, что я сказал, или очень пожалеете! Я вам так натяну, до небес орать будете! Вас прислали на перевоспитание, и будьте уверены, мы вас перевоспитаем! Ладно, быдло! Мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились в шеренгу и за мной. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Ладно, поехали. Эй, мешок дерьма, делай, что сказано. Слушай, красавчик, или делай, как сказано, или пожалуйте в карцер. За мной.
лобби. Дом, милый дом, лезь. Отбой! И чтоб тихо, уроды! Вот он, мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. Три дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Стоуна. Любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами.